когда говорю о врачах, у них не должно быть зарплаты. Зарплата – это абсолютно фиксированная вещь, которая, ну, ты делаешь какую-то работу и получаешь фиксированные деньги за это. У врача это все должно мериться доходами, скажем так, потому что врач – это практическая работа, и чем больше он работает, тем больше он должен, и она должна получать. Ну, мы же, вы помните там гениальный советский фильм «Афоня», да? Как Куравлев работает, да, ничего не делает, а другой работает, вкалывает, а получает одну и ту же зарплату. Вот, вот это та несправедливость, которая сейчас в медицине. Есть врачи, у которых прекрасная практика, и есть врачи, у которых нет вообще, но они получают одну и ту же зарплату. А надо это мерить в доходах. Хороший врач должен зарабатывать в разы больше, чем плохой. А хороший врач, он определяется количеством пациентов, которые к нему идут. Так что еще раз, надо менять законы, убирать СМАШко, койко-место, финансирование по штатному расписанию. И надо вводить нормальные отношения контрактные, когда у врача есть контракт, который защищает ее или его от разных вещей с больницей или с учреждением. И там расписано все, какая там базовая прибыль, какая там должна там по разным направлениям и так далее, и так далее.